Дожди, переменная облачность, порывистый ветер. Синоптики обещают похожую погоду на всю неделю. Тепло придет только летом. Плыл по городу запах сирени. У ненастья есть свои плюсы. После осадков ароматы этих гроздев окутывают дворы и улицы. Пройти мимо просто невозможно. К Индии и Бангладеш приближается супертайфун. Циклон Амфан усилился до уровня атлантического урагана 4-й категории. Фиксируются порывы ветра до 240 км в час. Метеорологи предупреждают, крупных разрушений не избежать. В Америке тоже непогода. На побережье Северной Каролины хозяйничает тропический шторм. В центральной и северной частях Флориды предупреждают о сильных волнах. На завтра объявили штормовое предупреждение. В Бобруйске будет в основном облачно, местами пройдут дожди. Ветер юго-западный с порывами. В темное время суток столбик термометра будет держаться на отметке 5-7. Но метеорологи предупреждают о заморозках. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов. Кристина Ильянс, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.